Глава 102. Добро и зло ни разу не сразились по-настоящему. В противном случае мы жили бы в раю или в аду. Трезубец апокалипсиса и спасения. Первый клик. Мы атомный увидим гриб, пока ж забей косяк. Мы заслужили этот всхлип. Примерь дверной косяк и прислонись. В запасе шприц, косяк тебе не ах, Колись, мой нищий, где тот принц, Что с черепом в руках? Он чашу мимо пронести, еще молил, Но вот, похоже, дело не спасти, Теперь не пронесет. Ты был убог и невелик, Уже не всхлип. Скорее, клик. Вторая эпитафия. Не наблюдавшие приличие и соблюдавшие с трудом, Поэты с Манькою величие Здесь жили розно и гуртом. Они слонялись по углам, А Манька им давала походя, Произведя словесный хлам. Они завидовали, злобились, но как-то обмывая зло, Налились ядом и полопались. Теперь здесь тихо и светло. Ночу. Не новое ли племя? Тупой сапог вставляет в стремя. Третье. Огонь. Люди говорят, хотим убить, Потому их так легко забыть. Лучше вообще о них не помнить. Трудно ли память праздничным заполнить? Есть тишайшие затоны где гребенчатые есть тритоны, есть изящный шампиньон и красно-коричневый каньон. Но меня сегодня больше огонь плавников тревожит. Не могу не сказать, как незабенно окунь видится мне стихшим на скаку с желтым окаймленными очами и хребта торчащими лучами.